творческая гостиная «Зеленая лампа Амура» после небольшого перерыва вновь гостеприимно распахнула свои двери. Лета к суровой прозе клонит Александр Сергеевич Пушкин. Скажу, пусть и не буду понят, лета к суровой рифме клонит. И говорят, а на сей ней тебя надут и дуралей. Ты окрылен, блеснула цель, вот он, шедевр, и дверь открыта. Но рифма рявкнула, как зверь. Куда? То для титанов дверь. Ты что рифмуешь? Дверь и цель? Так вот не лезь не в дверь, а в щель. Для тараканов пшель отсель. И поползешь пролить убито слезу в разбитое корыто. Лета суровой тайной дразнят. Тебе разгадки не видать. И слей в мучительном соблазне прими любые в мире казни. В твой стих не снидет благодать. Но ты был стойкий удав. В тебе заноза на занозе, на шраме шрам. Ты шел, страдал, да, ты в своей суровой прозе седой и честный генерал. Но как смущен твой бравый вид, когда поручик на дорогу выходит тихо, в ночь глядит, пред ним кремнистый путь блестит, путь к запредельному порогу. И строчка, взмыв ночной зенит, так со звездою говорит, что и пустыня внемлет Богу. Лета к желанной рифме манит, но рифма блещет в горней мгле. Все те ж лета мне взор туманит и клонит голову к земле. Друзья, вчера у нашего почетного гостя, главного редактора литературного альманаха «Преамурья», директора издательской фирмы «Рио» Лецика Владислава Григорьевича, был день рождения. Поздравляет вас с днем рождения. Мы желаем вам здоровья, новых книг и расширения и так немало читательской аудитории. Мероприятие в честь Николая Александровича. Мероприятие будет. Я не верю в любовь на полставки. Ставка – жизнь. Что рубить пополам? Вы представьте, вы только представьте этой кровью залитый бедлам. Вы уходите. Что ж, отпускаю. Не гонюсь, не молю, не кляну. Одиноким, оставившим стаю, буду волком я вытяну луну. И в морозной ночи будет сниться, будто всем, будто воем ответным поют. Одинокое чудо-волчица, недоступное счастье мое. Еще одна приятная новость. Подведены итоги конкурса «Современная новелла», проводимая Галиной Леонидовной Одинцовой. В конкурсе участвовало 9 авторов. Только работы 3 авторов были допущены к рассмотрению членами жюри. Работа Инги Соколовой «Незваный гость» признана лучшей. Победитель получает в подарок книгу Галины Леонидовны Одинцовой «Письма прошедшего времени». Поздравляю вас. Пишите. Спасибо большое. Я надеюсь, в следующий раз конкурсы будут многочисленные. А теперь перейдем к основному поводу, собравшего нас здесь. Возникновение и развитие золотопромышленности во второй половине XIX века явилось главным рычагом, с помощью которого удалось в довольно сжатые сроки приступить к освоению Зейского района, обеспечив приток сюда населения и значительных капиталовложений частных предпринимателей. В 1850-1851 годах экспедиция, возглавляемая Меглицким, занималась изучением Станового хребта
Иудского края и обнаружила в русле реки Купури правого притока Зеи знаки золота. В 1857-1859 годах поисками рассыпного золота на Купури занимается партия, возглавляемая горным инженером Аносовым, и обнаруживает на косах реки Зеи знаки мелкого золота. Весной 1860 года Аносовым были открыты богатейшие россыпи в верховьях реки Алдоя. В 1873-1875 годах в Зейском золотоносном районе была начата эксплуатация правых притоков реки Зей, рек Унаха и Иликан, Джалта и Гаргань. К началу 90-х годов XIX века Амурская область давала ежегодно около 350 пудов золота, шестую часть всей добычи его в стране. Впервые золото на Зее стали добывать в 1876 году, когда на Иннокентьевском прииске, принадлежавшем купцу Колесникову, были добыты первые 177 килограммов этого драгоценного металла. К 1900 году в Зейском округе было зарегистрировано более 300 приисков. Период 1876-1890 годов был на Зее самым благоприятным для золотодобытчиков. В начале 20 века в Зейском горном округе работало около 140 золотодобывающих предприятий, 560 приисков, где трудились 15 тысяч рабочих. А в 1914 году рабочих было уже около 30 тысяч. Это было лучшее время для золотодобывающей промышленности в округе. В 1914 году прииски округа получили желтого металла свыше 400 пудов, 6 тонн 400 килограмм. Зейский горный округ подразделялся на золотодобывающие районы, в том числе и Гилюйский, центром которого был прииск «Золотая гора». История «Золотой горы» началась в 1882 году, когда на Анатольевском прииске было добыто 154,8 килограмм золота. На следующий год первое золото дали Богоявленский прииск, 203,2 килограмма. Оба этих прииска до конца XIX века дали 1072 и 1939 килограмм золота соответственно. Сергиевский прииск приступил к добыче золота несколько позже, в 1889 году, и к 1900 году намыл 650 килограмм золота. Недавно вышло в свет второе переработанное издание книги Николая Сачкова «Сказание о Золотой горе». Николай Александрович Сачков, член Российского союза писателей, родился 2 февраля 1933 года на прииске Золотая гора Зейского района Амурской области в семье ссыльных поселенцев. После окончания семилетки некоторое время учился в Благовещенском речном училище, но затем, получив среднее образование в вечерней школе, поступил в Иркутский медицинский институт, который окончил в 1958 году. После завершения в 1960 году учебы в ординатуре по терапии при факультетских клиниках этого же института работал главным врачом Ленинской, затем Хинганской районных больниц Еврейской автономной области. В 1982 году вернулся на малую родину и до 1998 работал участковым терапевтом Зейской центральной районной больницы. С начала 1960-х регулярно публиковал статьи, очерки и рассказы в периодической печати. Николай Александрович Сачков – автор книг документальной художественной прозы «Во имя Победы», «Сказание о Золотой горе», «В нашей жизни всякое бывает», «40 лет в медицине», «О делах доврачебных», «Мои любимые женщины», «Жизнь пенсионера».
Он является одним из победителей областных литературных конкурсов «Земли родной талант и вдохновение» в 2015-2019 годах. Медицина стала делом всей жизни Николая Александровича. Ей посвящено и большинство его рассказов и очерков. Но не забывал он и о родном северном прииске, где прошло его детство. В 2015 году вышла в свет книга «Сказания о Золотой горе». В ней писатель рассказал об истории прииска и поделился воспоминаниями о жизни поселка золотодобытчиков в 30-40-е годы, о своих замечательных земляках, которые давали стране драгоценный металл, стойко перенося неимоверные тяготы тех довоенных, военных и первых послевоенных лет. Предлагаем вашему вниманию второе переработанное издание книги «Сказания о Золотой горе». Слово предоставляется главному редактору литературного альманаха «Приамурья», директору издательской фирмы «Рио», постоянному редактору книг Николая Сачкова, Лецику Владиславу Григорьевичу. Мы ж не говоруны, мы лучше по бумажному делу, да. Ну вот, что я хочу сказать, что вот дай Бог здоровья, то есть это каждому из нас такого творческого долголетия, просто такой бодрости жизненной, как Николаю Александровичу, потому что мы уж с ним давненько, я не знаю, в каком году он впервые обратился в Рио. Не нарачивал первое, это 40 лет медицины. Да, наверное, раньше. Ну вот уже сколько лет мы с ним работаем, все вот книжки он. Кроме первого издания «Золотой горы». Ну, я хочу сказать, что значит он в основном это летописец эпохи, о нем можно так сказать. Он подробно описывает, я вот читал его 40 лет в медицине, она, можно сказать, как в форме дневника так сделана. Такая же у него жизнь пенсионера. И вот вспоминаешь, как будто листаешь собственную книгу. Жизнь, не то что там свою личную жизнь, а вот жизнь страны, как она оттекла, такая бытовуха в нашем. Вплоть до того, что там написаны сцены, сколько стоит там килограмм хлеба, килограмм сахара. Уже так забыто давно, а там есть. У него о людях, которые с ним рядом жили, работали, о природе много внимания тоже уделено. Ну, в общем, надо сказать, что такая-то проза, такая без претензий на что-то, но она как-то завораживает, затягивает, читаешь с удовольствием. Ну, кроме того, у него есть и чисто литературные вещи, рассказы. Особенно раньше он их писал, тоже очень удачно есть. Ну, вот, что еще хочу сказать, что с удовольствием работал всегда с Николаем Александровичем. И вот он очень просил, и он вообще вас любит, ну, так уважает, и везде только вы, ну, вот он вам дарит такую. Спасибо большое. Так что вам спасибо большое, что вы очень долго ждали. Вы тоже. Да. Это, как можно сказать, правая и левая рука Николая Александровича. И даже нога. Да. Потому что вот он остался, а она здесь. Ну, хороший, удачный у вас получился творческий и прочий союз. Всем я поздравляю Николая Александровича и вас. Спасибо. Мы уходим в глубь.
уже гидроте моют золото. Машем день и ночь, и без выходных. Нам каков сезон, машем за двоих. Вот уже зима, что же мается. А сезон у нас не кончается. Мы стараемся, убираемся. На ветраны дождя занимаемся. Сколько нами город или молода. Мужики в стране моют золото. А вода звенит и крушит гранит. Золотой песок нелегко добыть. Гран металла мы обывателей. Мы ордежские, мы старатели. Мы стараемся, убираемся. На ветрах дождя мы ломаемся. Сколько нами город держит молода. Мужики в стране моют золото. Бредим мы зимой полигонами. Снится нам тайга, если дома мы. Ты прости, что жизнь так расколота. Без тебя не жить и без золота. Мы стараемся, убираемся. На ветрах и дождя не ломаемся. Сколько нами город перемолота. Мужики в стране моют золото. Мы стараемся, убираемся. На сини ветра не сгибаемся. Сколько нами город перемолота. Получай, страна, наша сторона. Галина Тюрнева, член литературно-музыкального клуба «Амур», отрывок из книги Николая Сачкова «Сказание о Золотой горе». Чем дальше удаляет оно нас от событий прошлого, тем ярче и отчетливее они вырисовываются в памяти. И становится ясно, что твое прошлое — это прошлое твоей страны, твоего народа. Это наша общая судьба. Осень 37-го года. Наша семья жила тогда на шахте, в старом бараке, в двух маленьких комнатках. А в семье уже в то время насчитывалось 7 человек. Родители, дед с бабкой по отцовской линии и трое детей. И вот однажды ночью я был разбужен каким-то непонятным шумом. Стонала мать. Отец быстро побежал в поселок за доктором Николаем Николаевичем Гавриловым, который тут же прибыл и принял роды. Родился мальчик. 4-й ребенок в семье, которого назвали Ваней. Вспоминаю и более ранние эпизоды из своей жизни. Помню, как дед кричал по ночам во сне, будя и пугая всех нас. Дед много всякого повидал в своей жизни. Поэтому ему частенько снились кошмары. Однажды ночью во сне он громко закричал: «Караул!» Чем переполошил всех нас. Мы думали, что к нам лезут воры. А еще помню. Теплый, солнечный июньский день. Мы с матерью по тропинке, которая вела от шахты к поселку, пришли на прииск. А тропинка эта как раз выходила на спортивную площадку, где в это время поселковые ребятишки играли в лапту. Увидев незнакомцев, они тут же прекратили игру и подошли к нам. Стали интересоваться, кто мы и откуда. Особенное внимание привлек нательный крестик, который выглядывал за моей расстегнутой рубашкой. И они начали громко смеяться. Мать, конечно же, заступилась за меня. А надо заметить, что семья наша была религиозной. Все носили крестики.
И все, в том числе и дети, перед тем, как сесть за обеденный стол, крестились перед иконой, повторяя это и после еды. А цель нашего смотра посещения поселка была приятная. Рядом со спортивной площадкой отец строил новый дом, в который мы в скором времени и переехали жить. В 5 лет я уже умел читать и считать, и, как сейчас помню, мы с матерью пришли в магазин. Несколько женщин стоят в очереди и ждут, когда привезут хлеб. Они, прослышав, что я могу читать, стали давать мне кто газету, кто лист из книги, и я на весь магазин громко читал. За что заслужил похвалу от стоящих в очереди женщин. А мать испытывала за меня гордость. Ну а в зимнее время мы, ребятишки, по вечерам укладывались с бабушкой на крышке огромного курятника, который занимал у нас чуть не всю прихожую, и она рассказывала нам сказки. Далее он описывает, какие друзья его были. Он помнит всех по именам и фамилиям. Пишет, что очень любили играть в разные игры, особенно в магазине. Продавцом мог стать каждый из нас. За роль доктора по непонятным до сих пор причинам всегда отводилось мне. Болезни у моих пациентов были разные, порой очень тяжелые, но все их я распознавал и лечил успешно. Недалеко от жилых домов были большие навалы из мелкого песочка, перемеленные на обогатительной фабрике породы из рудной шахты. Любили мы, раздевшись, кувыркаться в этом песочке в жаркий летний день. Очень популярной была у нас в те годы игра в чипу. И автор описывает подробно эту игру, что она из себя представляет. Это очень интересно. Баловались мы и Зоской, оказывается, была еще такая игра, и снова описывает, что это за игра. А еще играли в крестьянок. Зимой катались на лыжах, коньках, санках, самокатах, которые ребята мастерили каждый на свой лад и вкус, и на что ему позволяло его мастерство. Далее пишет о том, как дети садились в дедовы санки и целой гурьбой, целой толпой такой большой ездили на санках, пока дед не видел этого. Летом купались, а мне интересно, тоже понравилось, любили мы ребятишки той далекой поры кататься и на коньках. Коньки тогда были снегурочки и канатки. На снегурочках мы могли лететь вихрем с той же самой горки, а вот на канатках можно было кататься только по ровному льду. Но так как подходящего ледяного поля в нашем поселке не было, мы предпочтение отдавали снегурочкам. Прикрепляли коньки к валенкам, веревочками с помощью палочек, штырьков, а летом купались. Речки у поселка не было, но были 2 небольшие карьера отработанных шахт, которые постепенно заиливались и наполнялись водой. Вот мы, золотогорские ребятишки, в них и купались. И далее он рассказывает, что из себя представлял один карьер и другой. И самое главное, что за 15 лет говорит, проживания вот, на Золотой трагедии при купании не было. Хотя все же должен признаться, что однажды я в этом небольшом озерке чуть не утонул. А дело было так, что утро на купальне я был один. Закончив рыбачить, решил искупаться. И вот в одном месте, пробуя достать дно ногами, почувствовал, что его нет. Проплыв 2 метра, снова решил ногами прощупать дно. И вот снова под ногами не оказалось. А когда подобное повторилось в 3-й раз, понял, что могу утонуть, и очень испугался. Но собрав все свои последние силы, проплыл еще 2 метра и, встав ногами на твердое дно, обрадовался. Спасен! В этих же маленьких озерках водилась и рыба, в основном гальяны. Ловили эту небольшую рыбку бутылками. И автор рассказывает, какими бутылками, как они все это делали. Отверстие очень интересно, особенно мальчишкам, я думаю. Рыбачили мы и удочками, наслаждаясь рыбным клевом.
но предпочтение все же отдавали бутылкам. И золотогорских ребятишек, скажу вам без хвастовства, я был самым заядлым рыбаком. А длительными зимними вечерами резались в карты. Электричество тогда подавали в наши дома в лучшем случае часов до 10 вечера. Ну а дальше игра продолжалась при тусклом свете керосиновой лампе, лампы или свечи. И снова он называет поименно, пофамильно людей, которых он помнил, с которыми он играл. По праздникам и воскресеньям в гости к нашей матери приходили ее подруги. После чаепития и обсуждения последних новостей усаживались за стол, каждый перед собой клал карту с цифрами. Кто-то доставал бочонок из мешка и кричал: «Барабанные палочки! Дед 90 лет! Туда-сюда!» Игра шла на мелочь. Вместе со взрослыми играли и мы, ребятишки. В этой игре были уже не умельцы, а везунчики. Чаще всего выигрывала тетя Надя Селиверста. Слово предоставляется председателю Амурского отделения Союза российских писателей Кобзарь Валентине Петровне. Бывает с писателями, с Николаем Александровичем мы не знакомы, но я его знаю. Сначала услышала, потом прочитала. Еще думаю, вот бы познакомиться. А в декабре приезжаю в Москву, меня в Москве спрашивают: вы знаете Николая Александровича? Ну, говорю, да, я же из Амурской области. Они говорят: передайте, пожалуйста, грамота. Московский городской совет ветеранов. Награждается Сачков Николай Александрович за второе место в журналистском конкурсе, посвященном 80-летию битвы за Москву, в номинации «Письмо 41-й год». К грамоте прилагается планшетный компьютер. Вот. И когда, значит, я вышла и получила эту грамоту, получила компьютер, вдруг еще, наверное, человек 5 подошли и передали другие грамоты, другие подарки. Вот они в пакете. Николай Александрович – самый восточный участник этого большого конкурса. Вот я рада вам это все передать. Угу. Мы выпустили 8 книг. А все началось с того. В начале 2015 года председатель Сельского городского совета ветеранов Токарев Виктор Алексеевич, зная, что Сачков много написал статей, и сказал: Николай Александрович, давайте все это соберем и книгу создадим. Ну так мы и сделали. В честь 70-летия Победы. Мы к 9 мая 2015 года вышла у нас первая книга вот, «Во имя Победы», напечатанная в типографии газеты «Зейский вестник», тиражом 100 экземпляров. Финансовую помощь в издании этой книги оказала Зейская ГЭС. А весь текст книги, конечно, и все будущие книги, это напечатанное мной все сначала в компьютер, а потом, конечно, это. И эта книга, как Дню Победы 9 мая 2015 года, была подарена всем участникам войны и ветеранам
Трудового фронта. Ну, что-то есть? Нет. Подарили мы эту книгу и председателю артели Александровской, Кулиашвили Анатолию Александровичу. Сейчас, секунду. Александр. И поведали ему в этом, что у нас имеется огромное желание издать еще одну книгу о золотодобытчиках этой приска «Золотая гора» малой родины Николая Александровича. Но для воплощения этой идеи в жизнь у нас не было денег. Эта наша идея заинтересовала председателя. Я там не слишком быстро. Председателя артели. И он решил выступить в качестве спонсора. И в этом же 2015 году книга была издана в типографии «Зейского вестника». Ну а третья наша книга «В нашей жизни всякое бывает» появилась там. Этот 2015 год в России был объявлен годом литературы. А Николаем Александровичем к этому времени было написано много рассказов, очерков, юмористов на самые различные темы. Часть из них, конечно, были напечатаны в газетах, но многие оставались безымянными. И у нас снова появилось желание, объединив их, издать еще одну книгу. Что мы сделали? И мы были очень рады, что именно в этот год, год литературы, вышла в свет еще третья наша книга. Николай Александрович на протяжении многих лет вел дневники. И когда учился в мединституте, и когда работал врачом, накопилось у него этих дневников больше сотни. И у нас появилось желание дать ход этим дневникам и на их основе издать еще одну книгу. Что мы сделали? Так появилась на свет четвертая наша книга «40 лет в медицине». И отличалась она от всех предыдущих многим. Во-первых, это фундаментальный труд 400 страниц, освещающий и студенческую жизнь Николая Александровича, и его врачебную работу до выхода на пенсию. Во-вторых, печаталась она уже не в Зее, а в Питере, в твердой обложке. И в-третьих, ее редактором, как и всех наших последующих книг, стал уважаемый нами глава издательства «Дома Рио» Лецик Владимир Григорьевич. А спонсором этой книги вновь стал председатель артели Александровская Кулиашвили Анатолий Александрович. Ну, а восьмой нашей книгой стало переиздание сказания о Золотой горе. Может возникнуть вопрос, а зачем мы это сделали? Во-первых, первое издание этой книги было в мягкой обложке с мелким шрифтом. Были ошибки в тексте, и в таком виде она не могла участвовать на конкурсе областных книг, который проводится ежегодно в нашей области. Во втором издании эти помехи устранены. Книга в твердом переплете, очень симпатичная, крупнее буквы, устранены ошибки. И с этой книгой мы планируем принять участие в этом году в вышеупомянутом конкурсе. И еще мы планируем издать девятую книгу «Дорогие мои земляки». Ну, а теперь к вам хочет обратиться автор книги, писатель Сачков Николай Александрович. Уважаемые товарищи, да, я написал тексты вышеперечисленных книг, но написать текст – это только сделать полдела. А чтобы это стало книгой, нужна для этого команда единомышленников. И эта команда у нас была. Автор текстов, секретарь-машинистка, спонсор, издатель. Я никогда бы не стал писателем, и никогда бы не появилась уже перечисленная книга, если бы не было моей жены Татьяны Николаевны, которая перелопатила горы текстов. Если бы не было спонсора Кулиашвили Анатолия Александровича. Если бы не было помощи руководителя издательского дома «Рио» Лецика Владислава Григорьевича. «Безумству храбрых» – отрывок из книги Николая Сачкова «Сказание Золотой горы». Бывают в нашей жизни случаи, которые запоминаются на всю оставшуюся жизнь.
и о которых мы всегда вспоминаем с содроганием. Об одном таком случае мне хочется рассказать. А произошло это событие в начале далеких, теперь уже 50-х годов прошлого века. Мы с другом и земляком Иваном Киселевым были в то время курсантами Благовещенского речного училища и учились на первом курсе. Иван, я учился на первом курсе, а Иван на втором. И вот в канун ноябрьских каникул Иван говорит мне: «Все на каникулы разъедутся по домам. Поедем-ка, Коля, домой и мы с тобой, чем 10 дней торчать в казарме». От скуки с ума можно сойти. Вначале я это предложение своего друга воспринял не более как шутку. И вот почему. Во-первых, мой отчий дом находился в то время на прииске Золотая гора, а Ивана и того дальше, в поселке Домбыки. Дорога от дома до дома не близкая. Сначала до Благовещенска на поезде надо ехать почти сутки до станции Тыгда, от Тыгда до Зы на автобусе, а от Зы до Золотой горы до Буков на попутной машине. Во-вторых, в ноябре в нашем северном районе устанавливается уже настоящая зима со стабильной минусовой дневной температурой, не говоря уже о ночной. Ну а в-третьих, надо учесть и одежду курсанта. Легонькая шинель, на ногах туфли, корочки, ни о каком теплом белье не было речи. Но друг все же уговорил меня. Да и я за прошедшие 3 месяца очень соскучился по отчему дому. И, конечно, что уж греха таить, очень хотелось мне щегольнуть перед земляками морской формы. И вот мы с другом уже в пути. До станции Тыгда доехали благополучно, а Тыгда наш путь теперь лежал до Зы, а это порядка 100 километров. Сейчас преодолеть их не составляет никаких проблем. Услуга пассажиров теплые, комфортабельные автобусы, круглосуточные микроавтобусы и легковые машины довезут с шиком до самого дома, лишь бы были деньги. А тогда, без малого 70 лет назад, выбор транспорта был очень ограничен. Или холодный автобус, или еще более холодная попутная машина. В Тыгду наш поезд прибыл поздно вечером. Ночь коротали в грязном прокуренном зале ожидания железнодорожного вокзала. А желающих уехать в Зею тьма. Поэтому на утренний автобус мы не попали. Кое-как с горем пополам удалось купить билет на дневной рейс. И вот мы уже в Зы. Отсюда до Золотой горы в те годы можно было добраться только на попутных машинах, которые возили на прииске различные грузы. Чаще всего продукты питания, муку, сахар, соль. И отходили они с наполненными грузовами от продовольственной базы, которая располагалась в районе пристани. Туда мы направились с Иваном сразу же после прибытия. Здесь на проходную дежурного, полного, небольшого роста, заросшего густой щетиной, очень разговорчивого пожилого мужчины, назвавшего себя Петром Анисимовичем, мы узнали, что машины обычно уходят утром. «Но не исключено», — сказала он, — «что одна машина пойдет в этом направлении сегодня вечером. Ждите». И мы стали ждать. Ждем час. Никакой машины нет. Ждем еще час. Тишина. И только под вечер, когда над городом стали сгущаться сумерки, Петр Анисимович сообщил, что машина встала под погрузку муки. Вот на ней в открытом кузове нам с Иваном и предстояло добираться до отчего дома. Петр Анисимович удивился и возмутился нашей отчаянной затеей. Сказал: «Лучше бы вам, ребята, вернуться назад, в училище. Разве в такой одежде ездят зимой в открытом кузове? Или обморозитесь, или погибнете совсем». А в старушке у Петра Анисимовича жаром пылала печь. И было тепло. Но до дома-то рукой подать. Так что ни о каком возвращении назад мы и слушать не хотели. Когда уже совсем стемнело, мы с другом уселись в кузов полуторки на холодные мешки с мукой. Не успели отъехать от города и километра, а я уже продрог до основания. Казалось, что на холодных мешках с мукой ты сидишь совсем раздетый. И тут
Мой друг принял единственное в сложившейся ситуации правильное и мудрое решение, которое не только спасло наши жизни, но и избавило нас от обморожения. «Ложись, Коля, вниз лицо на мешки», — скомандовал он мне, — «а я лягу на тебя». А надо сказать, что друг мой Иван Киселев был старше меня года на 3 или даже 4 и успел получить хорошую жизненную закалку. Был он крепкого телосложения, имел первый разряд по штанге, словом, настоящий богатырь. Кроме того, в ожидании машины он все же успел на несколько минут заскочить к своим родственникам и надеть под шинель добротный свитер, а на ноги теплые носки. И вот я лежу на мешках, а мой друг на мне. Едем дальше. Чувствую, что если мне стало и не теплее, то, по крайней мере, терпение. Да и мороз несколько ослабил. Небо покрылось тучами, и на нас начали плавно пускаться пушистые снежинки. Кому приходилось хоть раз проехать по трассе Зея Золотая гора, тот знает, что это такое. Около 100 километров пути, крутые затяжные подъемы, коварные повороты и спуски. Поэтому на Золотую гору мы прибыли, когда было уже далеко за полночь. За дорогу я до того окоченел, что из кузова полуторки смог слезть только с помощью Ивана-шофера. Они ввели меня в дом. Наш приезд вызвал настоящий переполох. И трудно было понять, чего моих родителей было больше – удивления, страха или радости. Меня сразу же начали растирать, массажировать, поить горячим чаем, и окоченение помаленьку прошло. Руки и ноги двигались, обморожений отмечено не было. Изрядно продрог и мой спаситель. Нашлось нам и по 100 граммов водки. Рано утром Ивана на этой же машине отправили дальше, до Добуков. Теперь на склоне лет поездку эту расцениваю не иначе, как безумие. А ее благополучный результат объясняю тем, что часто в экстремальных ситуациях нас спасают наши добрые ангелы-хранители и такие верные друзья, как Иван Киселев. Ощегольнуть в родном поселке морской формы в тот раз мне так и не удалось. Снегу навалилось столько, что по улочкам и переулкам можно было передвигаться только в валенках, да и то с большим трудом. Спасибо. Золотая гора, под фундамент изрыта. Ничего не осталось от былой красоты. Сколько золота кровью и потом добыто, с той далекой туманной поры. Мощь России крепилась рублями золотыми, а золото мы шли сюда вековы. Чтоб навеки остаться здесь жить, шли сюда вековыми лесами, чтоб навеки остаться здесь жить. Времена на Руси, ох, какие шальные! Будто с края карьера все мы в пропасть летим. Но мы помним о тех, то сквозь дебри лесные тропы торил горам золотым. Если срыта гора, то планета на мгновенье ускорила бег. И чуть раньше приходят рассветы там, где гору поверг человек. И чуть раньше приходят рассветы там, где гору поверх человек. Труд старателя тяжек и нынче безмерный. Помятуя от первых только золотом мы.
чтоб старателей Бог не забыл. И стоять ему в память о бывшем, век жестокий и долгий такой. И старателям золото мывшим, и когда-то горе золотой. И старателям золото мывшим, и когда-то горе золотой. Сразу надо оговориться, что о Золотой горе имеются очень скудные сведения. А между тем, история Золотой горы таит в себе огромное количество сюжетов для захватывающих дух, авантюрных романов и приключенческих кинолент. И сюжеты эти, будоражащие воображение и фантазию, остались неизвестными только потому, что среди золотодобытчиков той поры не нашлось своего Джека Лондона, чтобы обо всем этом рассказать своим потомкам. Об этом можно только сожалеть. Но все же кое-что можно и вспомнить, и написать. История прииска таит в себе много интересного. От громких открытий, побед и богатства до разочарования, нищеты и гибели. Ведь в этих местах в конце позапрошлого и начале прошлых веков вихрем пронеслась золотая лихорадка. Она поманила в эти края тысячи искателей приключений больших денег. Но богачами стали считанные единицы. Большинство гибло от непосильного труда, болезней, да от пуль лихих людей. Были среди золотоискателей и те, кто, получив приличные деньги, просаживали их в кабаках и трактирах Зеи, уходя в большой загул. В официальных источниках об этом прииске впервые упоминается в 1910 году. Золотопромышленники на вновь открываемых приисках в первую очередь строили приисковые станы. Обычно приисковый стан представлял собой поселок, где строили механическую, слесарную, литейную мастерские, кузнечный, плотничный, столярный, токарный цеха. Из-за всего не навозишься. А кроме этого, склады, амбары, конные дворы, казармы для рабочих, дома для служащих. Именно такой стан прииско-сергиевский Верхнеамурской компании, основанной в 1881 году, и стал зародышем будущей Золотой горы. Расположен Сергиевский стан был на водоразделе ручья Хугдер и речки Обка, а к нему вплотную примыкали прииск Перовский, Анатольевский, Южный, Богоявленский и еще пять. Все они впоследствии слились в единый поселок, который стал называться с 1917 года Золотой горой в связи с обнаружением в одной из сопок рудного золота. Здесь же, очевидно, надо отметить и такой факт. Во всех официальных источниках говорится о том, что наша землячка, писательница Антонина Коптяева, родилась в 1900 году на прииске Южном. Но так как этот прииск вместе с другими впоследствии слился в один, Золотую гору, то это означает, что мы с полным основанием можем считать, что Антонина Коптяева по рождению наша, Золотогорская. Приисковый стан Сергиевский таким образом стал резиденцией для всей Гилюйской приисковой системы, благодаря своему более удобному расположению, имея вполне приличный тракт от Зеи. Сергиевский тракт, построенный Верхнеамурской компанией, открытый для движения в 1887 году. В эти же годы с прииском Сергиевским была установлена телефонно-телеграфная связь. В начале 30-х годов спецпереселенцев в Зейском районе насчитывалось порядка 10 тысяч человек. Причем большинство из них проживало на приисках, но вначале их называли кулаками, только позже для них придумали другие названия – спецпереселенцы, спецконтингент, трудопереселенцы. По прибытии спецпереселенцев на прииски условия их проживания были очень плохие, о чем свидетельствуют документы тех лет. В начале 30-х годов прошлого века было создано Золотогорское приисковое управление. Золотая гора стала административным центром нескольких приисков. Комсомольский, Миллионы, Кукушка, Благовещенский, Джуваскит. Сюда же входили маленькие поселочки Обка, Дубакит. На прииске в то время имелись начальная школа, больница, клуб, два магазина, почта, столовая, баня. Иными словами, все самое необходимое для нормальной жизни людей. Основным занятием населения, конечно же, была добыча золота. А главная причина долголетия прииска – освоение залежи золота Петровской россыпи.
до войны, на прииске жили дружно, весело, проживало на прииске в то время порядка 1000 человек. В основном это были спецпереселенцы, раскулаченные, зажиточные крестьяне, цвет сельского хозяйства страны, пригнанные сюда со всех уголков нашей необъятной родины. Русские, украинцы, белорусы, татары. В конце 40-х годов Золотогорское приисковое управление было ликвидировано, а вскоре закрыли сам прииск. К середине 50-х на Золотой горе осталось не более 10 семей пенсионеров, положение которых было плачевно: ни электричества, ни радио, ни кино. Особенно тоскливо и жутко было зимой в бесконечно долгие ночи. Но в начале 60-х в поселке появились геологи, которые обнаружили новые запасы золота. Прииск начал оживать. Золотая гора пережила свое второе рождение. Покорять Петровскую Росы пришли артель приисковая, переименованная впоследствии в Петровскую. Новая Золотая гора. Широкие, ровные улицы с двухквартирными домами, с благоустроенными квартирами. Имеются названия улиц: Лесная, Школьная, Партизанская. А старая Золотая гора – это узкие, кривые улочки и переулки, застроены в основном неказистыми домами частников, и никаких названий улиц не было. Построено новое здание школы, клуб, магазин, столовая, детсад, баня, пекарня. На Золотую гору от ЗЭИ шагнула высоковольтная ЛЭП. Строится подстанция, и от Золотой ЛЭП побежит дальше, до Кировского и Берегового. Пуск в эксплуатацию ЗЭСКО ГЭС позволил обеспечить Золотую гору бесперебойной централизованной электроэнергией. В поселке теперь есть телевидение. У многих жителей Золотой горы имеются мотоциклы, у некоторых и легковые машины. Но кончилось золото в Петровской россыпи, и Золотая гора снова захерела. Жители уехали с прииска, оставляя квартиры. А в настоящее время, на 1.06.2019 года, на Золотой горе нет ни школы, ни почты, ни поселкового совета. И живут в поселке всего примерно 50 человек, в основном пенсионеры. У моего родного поселка было славное прошлое. Ждет ли его будущее, кто знает. А на лето приезжают, как и прежде, золотари. Небольшая артель. 7-9 человек и продолжают добывать родине золото, промывая на третий-пятый раз отработанные отвалы, каких на Золотой очень много. Слово предоставляется начальнику управления культуры администрации города Благовещенска Мищенко Валентине Петровне. Добрый день, дорогие друзья. Я очень хочу сказать большое спасибо литературной нашей гостиной «Зеленая лампа». Спасибо, что вы продолжаете освещать лучшие литературные страницы из нашей, скажем так, Амурской области и рассказывать о творчестве наших амурских авторов. Ну и в свою очередь, конечно же, по поводу, который наш собрал, для Александра Николаевича я хочу адресовать слова личной благодарности, потому что именно вот через такие истории произведения о истории своего края, о своих друзьях, близких, с которыми он провел да, свою юность, молодость. Мы прикасаемся к истории. И преломляешь всегда через себя, через свое личное. Мой дедушка тоже в годы Великой Отечественной войны служил на прииске в Зейском районе. Поэтому эти истории наверняка близки многим амурчанам, многим читателям, которые найдут что-то близкое и понятное для себя в этой книге. Поэтому хочется пожелать Александру Николаевичу крепкого здоровья, творческого долголетия. И огромное вам спасибо лично, потому что я понимаю, что вы та муза, которая ведет его за руку и помогает продвигать его творчество для читателей, для всех нас. Спасибо вам огромное. Ну и небольшой приветственный адрес. Формальность, но я думаю, что для истории музей вашей семьи. Район в будущем покажет время.
Новый флотационный комбинат для добычи золота заработал в Зейском районе. Производство на руднике «Пионер» открыла группа «Петропавловск». Это вторая золотоизвлекательная фабрика компании в Приамуре. Она позволит добывать драгоценный металл из упорных руд, которые не поддаются обработке с помощью традиционных технологий. Виктория Сытянко продолжит тему. Все прекрасно. Ура! Этого момента здесь ждали два года. На руднике «Пионер» празднуют открытие одноименной флотационной фабрики. Она позволит извлекать из ничтожного драгоценное, добывать золото из упорных руд, которые не поддаются традиционным методам обработки. Для высвобождения металла используют химические реакции. Начальник фабрики Сергей Тарасенко поделился формулой. Для извлечения сульфидного золота нам необходимо получить пену, насыщенную пузырьками воздуха, чтобы на границе этих двух фаз образовались сульфиды, которые мы снимем. Таким образом, собирая пену, мы извлекаем из руды наше сульфидное золото. Завод полностью автоматизирован. Весь технологический цикл состоит из 5 этапов, занимает всего несколько часов. Но на этом производство не заканчивается. Флотационная фабрика – это одна из ступеней сложной технологической цепочки добычи золота. Сюда упорные руды, которые добывают в карьерах на глубине нескольких сотен метров, поступают для первичной обработки. Из них получают такой спрессованный флотационный порошок. Позже его отправляют на автоклавный гидрометаллургический комплекс, где в конечном счете и получают золото. Тонна сырья дает лишь около грамма благородного металла. Производство, которое раньше считалось нерентабельным, сейчас на пике популярности. Ведь отрасль переживает незолотые времена. Легкообогатимые золотоносные руды во всем мире, в том числе в Приамуре, истощаются. Больше половины разведанных запасов Петропавловска сейчас приходится именно на упорные породы. На «Пионере» около 80 тонн золота в упорных рудах. Это то золото, которое бы оставалось в земле, не запустим мы эту фабрику. Поэтому, конечно, для «Пионера» это вторая жизнь предприятию. Фактически это увеличение добычи золота по «Пионеру». Это загрузка нашего автоклава, который находится здесь в 30 километрах. На «Пионере» будут перерабатывать более 3,5 миллионов тонн породы в год. Производить до 100 тысяч тонн флотационного концентрата для загрузки Покровского автоклава. Уже в июле здесь выйдут на проектную мощность. Это вторая такая фабрика Петропавловска в Приамурье. Аналогичная вот уже 3 года работает на руднике «Маломыр» в Селимжинском районе. На фоне того, что у нас происходит истощение сырьевой базы рассыпных месторождений, у нас происходит истощение сырьевой базы кислых руд. Это довольно значимое событие, которое позволит предприятию развиваться. А так как предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков и обеспечивает своих работников достойной заработной платой, нормальными условиями труда, то это без сомнения, конечно, повлечет за собой развитие экономического потенциала Амурской области. А потому компания намерена расширять флотационное производство в Приамурье. В следующем году будет запущена 3-я линия на руднике «Маломыр». В перспективе есть возможность и увеличения мощности этой новой фабрики на «Пионере». Благодаря современным решениям и передовым технологиям осваивать запасы амурских сокровищниц можно будет еще долгие годы, сохраняя рабочие места и пополняя региональный бюджет. Виктория Сытенко, Денис Лугов, «Вести», Амурская область. Этот выпуск «Вестей» вышел в июне 2021 года. История золотой промышленности тесно переплетена с историей развития нашей страны. Нелегкую жизнь золотодобытчиков в своей новой песне «Золотой хлеб» показал Виталий Аксенов. Чтоб мои ладони, вопрос, брат, не простой, а у меня в ладони самородок золотой. Я его на сей отмыл да схоронил, и всю вот эту зею крепко в сердце уложил. И дышу 20 лет этой болью, 20 лет я копаю и мою. Лишь осталось романтики тень, кореша да артель. Много золота брал, да, всех своих ли сберег. Вот такой, такой он, брата, хлеб. Много золота брал, да, всех своих ли сберег? Нет. Вот такой он, брата, мой хлеб.
Смотрю, горишь зависть, махни, охолонись. Ты мне завидовать, брат, не торопись. Я на этой сее ротозеем не ходил. Я на этой сее душу вывернул, промыл. Ты жене купишь кольца, сережки, а я схоронил здесь Валерку, сережку. Топляком по реке сплавил годы ради рыжей породы. Говорил ли со смертью, да, опускал ли глаза, нет. Вот такой он, такой он, брата, хлеб. Говорил ли со смертью, да, опускал ли глаза, нет. Вот такой, такой он, брата, хлеб. Теперь мне этот самородок и родина, и мать, права не имею продать и поменять. Слишком дорого зея, твои мне встали берега. Лучше помни зея и не помнить никогда. Это золото с примесью горечи, это страшное слово добычи. И плетут судьбы коните кореша до норде. Проклинал ли судьбу, да, сойдешь ли с пути, нет. Вот такой он, такой он, братан, хлеб. Проклинал ли судьбу, да, а сойдешь ли с пути, нет. Вот такой он, такой он, братан. Литературно-музыкального клуба «Амур», руководитель Александр Мамин. Отдельная благодарность Сергею Максюкову за весь сделанный видеоматериал, за весь подготовленный полностью видеоматериал. Книги «Сказания о Золотой горе» можно будет приобрести у Татьяны Николаевны. На этой ноте мы завершаем нашу презентацию. До свидания, друзья. До новых встреч. Радиоастрономы США установили, что одна из звезд созвездия Рака, удаленная от нашей планеты на расстоянии в 176 световых лет, содержит в себе необычно много золота. Если на Земле количество этого благородного металла составляет 1/200 миллионную долю ее массы, то на той звезде 1/100 тысячную. Причем золото распределено равномерно по всему небесному телу. Ученые вычислили, что золотой запас далекой звезды составляет ни много ни мало, около 100 миллиардов тонн. Своего рода сенсацией стало открытие в 1991 году нового астероида, расположенного на достаточно близком от нас расстоянии – 20 миллионов миль. Он привлек особое внимание специалистов тем, что является поистине космическим кладом. Астероид из группы железно-никелевых и содержит, к тому же, крупные запасы платины – около 100 тысяч тонн и 10 тысяч тонн золота. Это самый дорогостоящий из известных астероидов. Но вот как доставлять такие драгоценности на Землю? В водах Мирового океана нашей планеты растворены многие миллионы тонн золота, и ученые уже по крайней мере сотню лет ищут ответ на вопрос, как его оттуда добыть. Но на суше люди добывают золото уже более 6 тысяч лет. За это время оно превратилось из предмета украшения в мировые деньги, стало основой валютно-финансовых отношений между государствами. За всю историю существования человечества из недр Земли было добыто порядка 150 тысяч тонн этого драгоценного металла. Первые золотые монеты были отчеканены еще 2700 лет назад, но только сейчас золото стало самым ходовым товаром на мировом рынке. В год в среднем на нашей планете добывается порядка 1400 тонн золота. Как же оно расходуется? Львиная доля его поступает к ювелирам. Около 100 тонн используется в электронной промышленности. Более 60 тонн идет на зубопротезирование. И порядка 30 тонн этого благородного металла переходит в личное владение граждан. Значительное количество золота и изделий из него находится в руках дельцов черного рынка. За что же люди так полюбили золото? Оно обладает уникальными качествами, его не берет кислота, оно не окисляется даже от длительного пребывания на воздухе. У него поразительная ковкость. Из грамма золота можно километрами тянуть проволоку, из него можно делать тончайшую фольгу, так называемое сусальное золото. У золота
Весьма невысокая температура плавления, что очень удобно для ювелиров. Ну и, наконец, этот металл просто очень красив. Он сверкает на свету, кристаллы золота в самородках – это совершенное произведение искусств, созданное лучшим ювелиром мира – природой.